Ну и завершающий матч первого игрового дня среды 15-го тура. Артур Малинин против Алмаса Касымжанова. Павлодар против славного города Алматы. Ну и, конечно же, Пари Сен-Жермен против дортмундской Боруссии. 5 побед, 2 ничьи и 7 поражений у Артура Малинина. Такой довольно-таки средний результат. Лично я, так как очень внимательно наблюдал за Артуром Малининым на турнире Станта Кап, когда Артур дошел, если не ошибаюсь, до 1/4, да, до 1/4, до четвертьфинала дошел Артур Малинин, уступил там будущему победителю Муслиму Сагимбаеву. Если снова не ошибаюсь. Мне казалось, что в FIFA 18 на турнире Станта Пролик Артур Малинин будет немного повыше позиции, чем сейчас он занимает. Но, как я уже неоднократно говорил, FIFA 17 и FIFA 18 просто кардинально разные вещи. Любой FIFA вам это подтвердит. В 18-й FIFA стало играть очень трудно в обороне. В 17-й было немного попроще. Вайгель, Шюрле, Эрик Дурм. Ну а у Алмаса Касымжанова, бронзового призера Сетанта Кап 2017, пока идет все хорошо. В принципе, он показывает свой уровень. Хотя я уверен, что Алмас Касымжанов может навязать борьбу нашим лидерам, и Алжасу Исентаеву, и Ильжану Аманкиды. И если Алмас проиграл по делу Олжасу Исентаеву, то вот в очном встрече против Ильжана Аманкиды только лишь ошибка Эрика Дурма позволила представителю Тараза набрать 3 очка против Алмаса Касымжанова. Виа, Тимати Виа, герой! Пари Сен-Жермен пробивает штангу, отлетает, и все же мяч не оказывается в воротах. Почему Тимати Виа герой? Потому что в последних двух матчах Артура Малинина угловой зарабатывает Пари Сен-Жермен. В последних двух матчах Артура Малинина Тимати Виа забил 7 мячей. В прошлом туре пентатрик сделал молодой форвард. Бен Арфа, подача в штрафную. Тиаго Силва не дотянулся до мяча, но остается мяч у Пари Сен-Жермен. Вообще в FIFA 18 я наблюдаю, что после подачи углового, наверное, в 90% мяч в любом случае окажется на подборе у твоей команды. Если, конечно, что-то невероятно сотворить, чтобы соперник убежал в контратаку. Я не знаю, как это нужно подать угловой. Но бывает, бывает. Юлиан Вайгель. Марио Гёце. Нури Шахин. Ошибается, но тут же прессингует Верати. Верати сейчас кое-как от проблемы ушел. А вот еще одна ошибка Артура Малинина, но в это же время ошибается и Алмас Касымжанов. Мунье, Верати, Бен Арфа, пас на Виа, Неймар. Потерял мяч. Ермоленко отобрал у Неймара. Хорошо сыграл Андрей Пищик. Снова Ермоленко. Пас дальше Вайгель. Марио Гёце. Нури Шахин. Ждет Алмас Касымжанов. Когда же появится свободное место? Вот оно появляется. И Александр Исак делает счет 1-0 в пользу Алмаса Касымжана. Ну вот встретились, да? У нас два киберспортсмена на острие своих команд, которые играют у, собственно, Алмаса Касымжанова. Это Александр Исак. Очень молодой парень из Швеции, по-моему. А у Артура Малина играет в нападении Тимати Виа. Ну, если Александр Исак выиграл конкуренцию, в принципе, у Миши Бачуаи, что если в реальности, то, в принципе, где-то может, да, себе позволить подумать так, то чтобы Тимати Виа выиграл конкуренцию у Эдисона Кавани, конечно, в это трудно поверить.
Но это виртуальный футбол, тем более рейтинги у всех по 85, поэтому Тимоти Виа, Александр Исак, по мнению наших фиферов, смотрится попредпочтительнее, чем Эдисон Кавани и Миши Бачуаи. Мунием. Пас не проходит, но остается мяч у Пари Сен-Жермен. Очень много ошибается Артур Малинин. Ермоленко. Пас дальше. Юлиан Вайгель. Шахин. Шюрле. Эрик Дурм. Жениар Грая Гетце шабул жалғастырған. Әзірге Алмас Қасымжанов тың жағдайы жақсы. Артур Малининге қарсы ойында ол 0 деп ресемен алда келе жатыр. Артурдың шабулы. Бірақ доп алдыға кетіп қалды. Қазір қайтадан Алмас Қасымжанов шабулдайтын болады. Алматы қаласының өкілі павлодарлыққа қарсы. Килиан Мбаппе. Бен Арфа. Дурм допқа таласуда, алайда Бен Арфа допты өзінде қалдырды. Мунье. Веа. Мбаппе. Және Веа. Есеп 1-1. Әртесім жаңа айтып өткен. Өткен турда пентатрик жасаған Веа. Атақты Джордж Веаның ұлы. Есепті теңестірді қадірмен жанкүйерлер. Тимоти Веа біздің киберфутболға араласқанына көп уақыт болған жоқ, алайда Веа өзін басты жұлдыздардың бірі ретінде көрсетуде. Ал Алмас Қасымжановқа қазір қайтадан есепте алдыға шығуға мүмкіндік жасау керек. Эрик Дюрм. Шахин. Гетце. Тиаго Мота. Килиан Мбаппе, Сократис, Загаду, және доппен жұмыс жасауды қазір Боруссия жалғастыруда. Әзірге қақпаға алыс жерде, міне енді ғана жақындап келе жатыр. Алдыға пас, бірақ Тиаго Сильва бұл жерде өз орнынан табылды. Веа, Неймар. Әрине, мұндай ойыншылармен ойнауды дәл қазір Сетанта Пролигтегі әрбір киберфутболшы армандайтын шығар. Артур Малининге осындай әдемі команда түскен болатын, алайда Малинин бұл команданың шынайы үшін пайдалана алмауда. Нури Шахин. Алдыға пас. Исак. Исакқа соққы бағыттауға Тиаго Сильва мүмкіндік бермеді. 2 минут уақыт қосылған. Атем Бен Арфа. Шүрле. Шүрле сол қанатпен шабуылды жалғастыруда ары қарай. Үлгере ма жоқ па? Меніңше үлгермейді. Қазір төрешінің сықырғы шалынады. Оның алдында Исак қап берілген пас. Бірақ Исак бұл жолда соққы орындаған жоқ. Е, осылайша бірінші тайм аяқталды. Қадірмен жанкүйерлер есеп 1-1. Боруссия Дортмунд алдыға шыққан болатын. Алайда Тимоти Веаның көмегімен Артур Малинин таразы басын теңестіре білді. Ал бізде қазір екінші тайм күтіп тұр. Второй тайм между Пари Сен-Жермен и Дортмундской Боруссией. Артур Малинин против Алмаса Касымжанова. Счет такой у нас 1-1. Адриан Рабьо появился в составе Пари Сен-Жермен вместо Верати. Исаак. Не прошел мяч. Мбаппе его перехватил. Снова Исаак. Можно отдавать на Гетце. Получает Гетце. Пробивает его на месте. В первом тайме, что ж, удалось Артуру Малинину забить, сделал все тот же Тимоти Виа. Жаль, у нас не фиксируется список бомбардиров. Я думаю, Тимоти Виа своими 8 голами подряд за 3 матча уже бы ворвался в
гонку бомбардиров. Ну, если так на память примерно представить, помню, что у лидера турнира Олжас Есентаева очень много забивает Харри Кейн и Сон. У Ильшана Аманкильды, который идет второй, очень много забивает Луис Суарес, по-моему, если не ошибаюсь. Точно не Лео Месси. Турм. Гёце, Шахин. Александр Исак. У Алмаз Касымжанова, конечно же, это Александр Исак. Очень много при помощи этого форварда смог отличиться Алмаз Касымжанов. Шахин пробивает на добивание Ермоленко. 2-1. Кстати, Ермоленко подобное что-то делал в прошлом туре, когда Алмаз Касымжанов разобрался с Анетом Люсиновым. 6-1 тогда. Счет был в пользу Алмаза Касымжанова. И вот примерно такой же гол забил 7-1, даже, извиняюсь, не 6-1, 7-1. Примерно такой же гол забил Андрей Ермоленко, по-моему, третий. Александр Исак и Ермоленко авторы голов сегодня у Алмаза Касымжанова. У Артура Малина, как я уже и говорил, Тимоти Виа. 8 голов в 3 матчах. Такой результативности даже в реальности позавидуют Криштиану Роналду, Лео Месси. Ну и Мохамед Салах, конечно же. С мячом Артур Малинин. Попробую сейчас организовать опасную атаку. Получается, Тимоти Виа выходит 1-1. Забивай! Штанга. В штангу попадает Артур Малинин. Я сейчас просто боюсь представить, сколько 9 мячей бы забил Тимоти Виа. Как здорово сейчас здесь проходит пас в разрез. Но вот что, скорость подвела Ермоленко или что? Как-то непонятно направлялся к этому мячу. Снова Виа. Загаду перехватывает. Эрик Дурм. Загаду. Переводит мяч на фланг. Здесь Пищек. Ермоленко. Гёце. Вайгель. Снова Пищек. Ермоленко. Гёце. Тиаго Силва на месте. Что аут. В чью пользу? В пользу Боруссии. Эрик Дурм будет его вбрасывать. Прям отчетливо я вижу, как в матче Алмаза Касымжанова и Ильшана Аманкильды Эрик Дурм ошибается. До сих пор отчетливо в памяти это осталось. Пас Александра Исака не прошел. И контратака Артура Малинина. Виа. За этим парнем нужен глаз да глаз. Бен Арфа. Не проходит пас. Да, Кильяна Мбаппе. По-моему, Андреа Шюрле. Отыграл в обороне. Здорово. Вот снова он с мячом. Шюрле. Вайгель. Эрик Дурм. Пас на фланг. Александр Исак. Снова Дурм. 74-я минута встречи. У нас 2-1 в пользу Алмаза Касымжанова. Бірдека, я Боруссия Дортмунд жеңіске жетуде. Шюрле. Сол қанатқа пас. Марио Гёце. Гёце қазір артқа пас қалдырды. Нури Шахин. Ақпан қалына Шюрле және Исак гол соқта. Есеп 1-3. Я енді Алмаз Касымжанов өзінде бар бұл басымдықта қарсыласқа бере қоймайтындығы айтпаса да түсінікті. Өте қиын, өте тартысты матчтың сарынын өз пайдасына өзгерте білді Алмаз Касымжанов. Ал Артур Малининге не кедергі болғандығын білмеймін. Қорған шебін ашық қойды. Және мұны тамаша пайдаланып кетті Александр Исак. Бүгінгі матчтағы үздік орындаушылардың бірі. Және арғырай кеттік. Парк де Пренстегі ойын. Мбаппе, Бен Арфа. Әлде болса есеп айырмасын қысқартатын мүмкіндік бар. Ол үшін Артур Малининге жақсылап тұрып тұрсу керек. Қолдан келген аямау керек. Егер Алмаз Касымжанов ондаған мүмкіндік беретін болса. Марио Гёце. Вейгель, Юлиан. Ярмоленко. Тиаго Мотта допты тартып ала білді. 81-ші минут кетті. 10 минут уақыт қалды. Дурм, Эрик.
Шүрле және Исаққа бұл жолы доп ыңғайлы келген жоқ. Ариола допты дер кезінде ала білді. Неймар. Вея және бұл тамаша мүмкіндік болған еді. Я, Артур Малининде қазір есеп айырмасын қысқартатын мүмкіндік әлі де болса бар. Бірақ екеуін де пайдалана алған жоқ. Шүрле. Тиаго Сильва допты тартып алуда хас шебер екендігін бүгінгі матч барысында тағы да көрсетуде. Вея. Алстан бақталан соққа Роман Вайденфеллер. Лукаш Пищек. Вейгель. Ярмоленко. Вейгель. Және оң қанатпен Лукаш Пищек жаңаша бұл бастады. Йоце, Ярмоленко. Исак, бірақ тағы да соққы бағыттайтын мүмкіндіктің жоғай. Алмас Қасымжановқа қазір сондай бір қажеттіліктің туындап тұрған жоқ. Гол соғу, ал есесіне Парис Сен-Жерменге ондай керек. Вея өз ақ соққы бағыттайтын мүмкіндік болған еді. Бірақ оның орнына командаласының паспен қамтамасыз етемін деп қателікке бой алдырды. Соңғы 2 минут. Ярмоленко. Неймар. Бен Арфа. Үлгере ма? Бір шабуыл жаса. Бен Арфа. Вайденфеллердің тағы бір керемет ерлігі. Я, біз мұндай ерлікті бірінен соң бірін көрудеміз. Және матч аяқталды. Қадірменді жанкүйерлер. Есеп 1-3. Алмас Қасымжанов Алматы қаласының өкілі өзінің Дортмундтың Боруссиясымен сырт алаңда ойында жеңіске жетті. Қадірменді жанкүйерлер, осылайша біз бірінші ойын күнін тамамдадық. Ертең сіздердің назарларыңызға тағы да 4 матч ұсынылатын болады тура осы уақытта. Ал бүгінге осымен тамамдаймыз. Сіздер үшін қызмет жасаған мен Ержан Көшкімбай және әріптесім Петр Воликов. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.